один из вариантов устройства деревянных перекрытий на вашем доме. Такие перекрытия пришли к нам из каркасного домостроения, но подойдут под любой тип домов. На подготовленное основание, в данном случае это стена из газобетона и армопояс, укладывается доска. Эта доска называется лежень. На нее устанавливаются балки перекрытия с шагом под утепление. По торцам соединяются доской такого же сечения. Эта доска называется обвязочная. В местах, где на балке будет опираться стропильная система, нужно предусмотреть усиление. Вот в данном случае мы сделали тройные балки в тех местах, где под стропила будут установлены стойки. Где балки перекрытия идут параллельно обвязочной доске, необходимо установить перемычки. Укладывается еще один лежень. В данном случае он будет являться основой для стропильной системы, то есть маурлатом. Шпильки, заложенные в армопояс, должны быть такой длины, чтобы была возможность притянуть всю конструкцию перекрытий за верхний лежень. Надежная, технологичная, а главное, простая конструкция деревянных перекрытий.